Всем привет, с вами снова Придонки. Вот сегодня получаем такой мотоцикл. Александр купился такой уникальный мод. Петю достали его транспортной компании. ПЭК. Петя вся еще в пленке. Снят бак, сняты бардаки. Снято сиденье, чтобы, ну, хоть чего не помять. Ну все, приступаем к ломанию обертки. Эти пузырьки возьми. А это как развязывается? Режется, да? Ой! Давай его вперед. Или вот так, шахнет на порядок. Ну, куда? Давай. Тихо-тихо, на полосу. Вдвоем мы его не поднимем. Да сейчас, стой, ты держи просто. Как мы его поднимем? Вот оно, где счастье, да, Санек? Вот так он выглядит без бака. Сейчас будем наряжать, нацепим бак, заведем, послушаем, понюхаем. Я никогда не видел Яву Чоппер. Тут все в оригинале. Пробег. Родной, видите сколько? То есть толком техника не ездила. Видите, фирменные тормоза Явы стоят. Родной Явовский суппорт. Тут он стоит очень дорого. Такой купить даже, я не знаю где. Сложновато. Это я на какого года примерно? 2000-й? 96-й. А даже 96-й. Я таких-то вообще даже на картинках даже не видел. Обращаю внимание на что. Переднее крыло хромированное, заднее хромированное. Вот. Это сборная солянка, это вообще крылья, как на 604-м стояли, по-моему, если я не путаю. 634-е было более круглое. То есть вот это, оно, видишь, смотри, там, 634-е более закругленное. То есть получается, что это крыло это делали свое, именно для нее, да? Это свое, и переднее свое, и заднее. Ну, свое. Таких крыльев я вообще на Явах не видел, поэтому, да, свое. А это похоже. Похоже, они были серого цвета вроде как. Да, 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 похоже. Но они были и хромированы 634. Не помню, честно говоря. Какие-то редкие модели были. Обрати внимание, бак цельнохромированный. Тут просто накрасили сверху, да? Да, а так он цельнохромированный. Современный бак для 360-й, которая шла до 68-го, по-моему, года, они шли цельнохромированные, стоит из Чехии 1500 евро. Сумасшествие. Тут видите, все как надо, стоят свои клаксоны, то есть обычно тут под чоппер сделано. Ты возьми шестигранник. Стоит маслонасос, то есть система смазки. Oil Master, своя крышка. Тут надо крышки, если так вот самому собирать, стоит столько, что не выполнишь. А, ты хочешь отсюда тянуть? Да. В принципе, мне вообще нужно рот закрыть и молчать. Тут есть два великих специалиста по этому делу. Они по этому делу очень сильно оттопыриваются. Мне до них очень далеко. Вот он уже, видите, уже преображается, становится похож аппарат на нормальный мотоцикл. Вот так вот работает мотор на этом мотоцикле. Сейчас Александр поставит сидушку.
так звучит двигатель с раздельной системой смазки. Как вы видите, бачки имеют смазку. Система смазки работает как положено. Конечно, мотоцикл не совсем с конвейера. Тут есть некоторые потери мелкие. Но, допустим, нет жимков. Вообще жимка. Видите, жимка тормоза нет родного, стандартного. Я так понял, парни будут заказывать. Ну а так, в общем и целом, вот такая техника. Сейчас поедем сопровождать его к месту стоянки.